Еще одним памятником героям Великой Отечественной войны стало больше. В Ядрине увековечили память своего земляка Николая Волкова и его жены Валентины Шапошниковой. В самом начале войны они создали самый первый подпольный отряд – группу «Дяди Коли». В начале войны Николай Волков с семьей жили в белорусском Гродно. Он военный специалист, она врач. Когда немецкие войска оккупировали Белоруссию, Николай Алексеевич создал подпольную группу, которая по мере сил старалась помогать советским войскам. Передавала информацию о ситуации в Гродно, спасала наших солдат и местных жителей, заключенных в концлагерь. Позже к группе «Дяди Коли» примкнули еще несколько подпольных отрядов. К сожалению, в феврале 1942 года Волковы и несколько их соратников были арестованы гестапо и казнены. Долгое время Николай Алексеевич числился пропавшим без вести, и лишь в 1964 году тайна группы стала известна.